В детском лагере на берегу бухты Троица в Хасанском районе Приморья началась шестая летняя смена. Впереди еще три. Смена под названием «Капитаны» проходит здесь впервые. На 10 дней ребята стали участниками экипажей судов-первооткрывателей Приморской земли. Вообще в основе лагеря лежит путешествие, да, где бы мы ни были. Вот здесь у нас в лагуне мы путешествуем вокруг. Все, что интересно, мы ездим. Смотрим, только сейчас вернулись с Оленьего парка. Позавчера были в Пассиете. Всего в Приморском крае действует 55 загородных лагерей. Получить подробную информацию о детском отдыхе можно на портале Forpost.ru. В разделе «Отдых в Приморье» собраны предложения от лагерей и туристических баз с описанием всех детских развлечений. Я сюда приезжаю, потому что здесь очень весело. Здесь много игр, здесь нет свободного времени, все время мы чем-то заняты. Помимо теплого моря, песчаного пляжа, подвижных игр на свежем воздухе и четырехразового питания, у детей в лагере насыщенная экскурсионная программа. Они знакомятся с обитателями морского заповедника, исследуют бухты полуострова Гамова, посещают водопады, разгадывают исторические тайны полуострова Краббе. Очень много направлено на то, чтобы попытаться преодолеть себя, свои какие-то сомнения, какие-то свои переживания, да, через работу в команде, через какие-то творческие дела. Лагерь у моря около села Андреевка принимает детей от 10 лет и старше. Размещаются они в деревянных домиках. Рядом находится кафе, волейбольная площадка, современный аквапарк. Друзей много очень я себе завел. Таких, ну, и хороших, которых я знал, и, ну, плохо, и тех, которых вообще не знал. У нас еще есть костры. Мы садимся и это поем песни. И рассказываем, как сегодня день прошел. Алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса. Подробную информацию об отдыхе в Приморском крае вы можете получить на сайте объявлений Хабаровска Forpost.ru в разделе «Отдых в Приморье».